Спасибо за сезон 2009. В Тверском дворце культуры «Металлист» футбольный клуб «Волга» провел церемонию закрытия сезона. Сезона, который навсегда останется в памяти тверских болельщиков. Впервые на своем поле «Волга» обыграла действующего чемпиона страны и впервые вышла в четвертьфинал Кубка России. Поздравить «Волгу» с достижениями 2009 года пришли представители-учредители клуба. Глава администрации города Твери Василий Толока и председатель областного комитета по спорту Владислав Павлов. Я хотел бы пожелать всем нам в следующем году, в следующем летнем сезоне смотреть такой же замечательный футбол. Команде я бы хотел пожелать не останавливаться на достигнутом. Я думаю, что у нас все впереди. В свою очередь президент клуба Валерий Песенко поблагодарил Сосена всех, кто помогал и поддерживал клуб в прошедшем сезоне. Учредители, представители политики и бизнеса и, конечно, средств массовой информации. Специальные именные шарфы «Волги» получили генеральный директор телерадиокомпании РЕН-ТВ «Пилот» Денис Зеленов и ведущий программы про футбол Дмитрий Герасимов. При этом «Пилот» пришел на церемонию не с пустыми руками. Специальный приз лучшему игроку сезона по версии программы про футбол Дмитрий Герасимов вручил капитану «Волги» Эмину Агаеву. Приз лучшему игроку сезона учредил и футбольный клуб совместно с фондом поддержки «Волги». Внимание! Это был автомобиль «Лада Приора». Его обладателем должен был стать игрок, за кого не только проголосовали болельщики на интернет-сайтах, но и за кого отдали свой голос спортивные журналисты, специалисты и руководители «Волги». Эмин Агаев. Эмин с честью капитанствовал в течение всего сезона. И самое главное, сохранил вот эту скромную обаятельность. Но это обаятельность большого мастера. Но это не только ключи, но и сама машина. Вслед за капитаном на сцену подняли все игроки «Волги» образца сезона 2009. Четвертьфиналисты Кубка России. Им были вручены именные футбольные шарфы. Им были посвящены аплодисменты болельщиков. «Волга». Спасибо за сезон 2009. Что вы не ударите в грязь в Санкт-Петербурге, в игре с питерским «Зенитом».